находимся мы с левой стороны от пилона, позади него. Левая рука идет у нас кольцом вверх по пилону. И даем легание левой ножкой, ближней к пилону. Подхватываем правой ручкой под левой ногой. Из этого положения начинаем сгибать правое колено и отклонять корпус назад. Толкаемся правой ногой. Уводим ноги на себя и снимаем руку в пол. Одновременно в стойку. Затем нашу правую ручку отпускаем и выходим в коленки. Правую руку отпускаем, вводим в пол. Все. Приятных вам продуктивных тренировок, пупсики мои.